Минску повеличился кошт эвакуации автомобиля. Зараз доставка неправильно припаркованной машины на штрафстоянку обыдется у 60 рублей. Это на 13 больше, чем ранее. Каждый день знахожение каштуе 7 рублей. Нагадаю, сёлета у столицы побудовали 6 новых стоянок и 15 шматповерховых паркингов. Плотность застройки, особенно центральной части, не позволяет обеспечить достаточным количеством машиномест. Поэтому приоритетным все последнее время является это подземные гараж, стоянки, паркинги. И все-таки сегодня автовладельцы наши, им проще припарковать автотранспорт где-нибудь даже в неустановленных местах. Потому что в центральной части есть паркинги, они пустуют. Зараз на уезды у шматлікія столичные дворы стоять охонные системы. Каб усталяваць шлагбаум, звыш паловы жыхароў дома повинны дать свою сгоду и передать заяву администрацию района.